К другим темам. В редакцию новостей УТС обратились несколько жительниц мегаполиса, которые работали швеями в одном из новосибирских ателье. Женщины считают, что их обманули и не доплатили за работу. Они обращались в трудинспекцию, полицию, прокуратуру, даже провели массовый пикет. Но пока вины работодателя никто не увидел. В ситуации разбирался Александр Куршев. Этот швейный цех, расположенный по адресу Журинская, 90, сегодня не функционирует. Судя по беспорядку, на швейных столах сотрудники бежали с работы, как с тонущего корабля. Бизнес новосибирского дизайнера Веры Шашириной сейчас переживает не лучшие времена. Сколько вам должна эта компания сейчас? Так, ну у меня это все есть документально, я сейчас не могу сказать. Ну примерно сумму вы знаете? Ну 100 с лишним. 100 с лишним тысяч? Ну. Вот. А можете сказать, сколько вы за 2 года это вообще получили денег? Я не считала, но я за 3 месяца это 100. За 3 месяца 100 тысяч сделали? Ну да, то, что не выплачено. Наталья показывает, где было ее рабочее место. Трудового договора с ней не заключали. Коллеги по цеху тоже работали на устных договоренностях. Я работала в предыдущем цехе, но у данного рабовладельца. Потому что если человек не платит зарплату, он уже не работодатель, он рабовладелец. Ольга Самбурская считает, что ей недоплатили больше 50 тысяч рублей. Вместе с другими потерпевшими она обратилась в суд, но там в исках отказали из-за отсутствия документов, подтверждающих трудоустройство. Пенсионерка Елена Силакова занималась корректировкой одежды, подшивала изделия. Женщина утверждает, что хозяйка ателье специально не трудоустраивала людей, чтобы не платить налоги. Другая сторона все списывает на неопытность. Отчасти есть моя вина в том, что я не предусмотрела тех моментов, которые сейчас последовали. То есть о том, что я, как я уже вам ранее озвучивала, не подумала о том, что нужно там отношения даже между физическими лицами. Все должно быть юридически оформлено, чтобы потом вопросов друг к другу никаких не было. Но вопросы появились. Во-первых, потому что кроме самих швей учет выполненных работ никто не вел. В этом хозяйка ателье признается на камеру. Во-вторых, официально в организации не было ни одной швеи. Отсутствовал бухгалтер и кадровик. Кто тогда шил платья, блузки, костюмы и пальто? Эти вещи продавали в бутике, который тоже принадлежит Вере Шашириной. Проверка налоговой показала, платежные операции проходили в обход кассы. Было предупреждение со стороны налогового органа в официальной форме. Да. В чем оно заключалось? Я немножко в установке кассового аппарата для предложения деятельности. Вы его установили? На данный момент выставочный зал не функционирует. В настоящее время дизайнер вновь набирает швей. Обещает официальное трудоустройство и оклад 10 тысяч рублей. Судя по стоимости работ, заказов будет хоть отбавляй. Вера Викторовна, сколько стоит сшить такое пальто? Разово где-то рублей 200-100. 200 рублей такое пальто, что уже? Александр Куршев и Константин Менин. Новости УТС.